В юго-восточном районе Москвы разбился вертолет К-52. Два пилота, к счастью, успели катапультироваться. Оба доставлены в больницу. Сразу после крушения воздушного судна прогремели два взрыва, затем вспыхнул пожар. Авария произошла в лесном массиве недалеко от посадочной площадки в 50 метрах от проезжей части. Машина совершала испытательный полет. Следователи рассматривают несколько возможных причин крушения, в том числе и отказ техники.